Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії – Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області. Я вас вітаю. Добрий день. Як завжди, ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Будь ласка, телефонуйте із запитаннями, із побажаннями. Ми працюватимемо вже трошки більше, ніж півгодини в прямому ефірі. Ну і тема нашої розмови сьогоднішньої підказана часом. На минулому тижні під час звіту за роботу протягом 2017 року голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко, зокрема, повідомив про серйозні успіхи у розвитку підприємництва на Миколаївщині. Наш гість повністю підтверджує цю інформацію, зараз буде нам розповідати докладніше. Ми маємо право трошки сумніватися у тому, що все так добре, але, в принципі, ми ж всі прагнемо того, щоб ставало краще і щоб підприємців було більше, адже це і податки, і зайнятість населення. Отже, завдяки чому Володимиру Борисовичу вдалося досягти результатів? Ну, зокрема, там йшлося про те, що Миколаївщина – один з лідерів за розвитком підприємництва малого та середнього. Совершенно верно. Здесь, конечно, достаточно много факторов сложилось между собой, но один из них, вот это тот, что впервые в Николаевской области, я возглавляю фонд почти что 10 лет, впервые была полноценно профинансирована программа компенсации процентов по выданным деловым кредитам для предпринимателей. Понимаете, я обращаю внимание, что начиная при Горкуше, Круглов, Садыков, Мериков, только сейчас, наконец-то, мы получили то, ради чего фонд создавался в те времена. То есть, действительно, мы получили возможность компенсировать... А сколько лет дольше фонду? 13. Мы получили действительно реальную возможность компенсировать проценты предпринимателям, которые берут деньги в банках для как приобретения оборудования, так и для пополнения оборотных средств. Была создана комиссия, причем в нее вошли как депутаты областного совета, так и чиновники, ученые, экономисты и общественники. То есть 21 человек. Достаточно широкая масса людей, самых разных, которые проверяли, которые смотрели на документы и перед которыми выступали предприниматели, которые подавали заявки на финансирование. От севера нашей области и до Очакова, Новый Бух, Баштанка, Снегиревка, 29 предприятий получило компенсацию процентов по кредитам, которые уменьшили процентную ставку, вдумайтесь, до 11% годовых в гривне. Пока что для украинских реалий это фантастика. Ну вот в том-то и дело, что вот этот показатель... Меньше 20, мабуть, не дает. Нет, ну вот мы, работая с банками активно, с банками-партнерами, большинство из них это государственные банки, мы смогли сделать так, что, во-первых, они гораздо благосклоннее начали относиться к предпринимателям, которые идут по этой программе, за кредитованием, а с другой стороны, действительно, они понимают, что ему, предпринимателю, будет гораздо проще обслуживать свой кредит, потому что у него есть такое мощное плечо, программа компенсации. Поэтому, безусловно, вот этот показатель, он один из самых интересных для нашей области. Важливий момент. Вот я подумал, у нас багато было прикладів, на жаль, коли прийняті рішення потім якось переоформлювалися, змінювалися і тому подібне. Ну, яскравий приклад – молодіжне житлове будівництво. Так. Гроші начебто мали виділятися, але періодично з якихось резервних чи додаткових фондів, якщо нерухомість продадуть державну чи не продадуть, а люди вже включилися в процес, і періодично вони змушені були самі погашувати повністю всю заборгованість, тому що інакше вони житло втратять. Банкам все одно, що там держава робить, не робить. Цього разу чому повірили і чи може бути більше підприємств, якщо вони пересвідчаться, що програма дійсно працює? Ну, поверили, наверное, еще потому, что благодаря вот этой программе поддержки предпринимательства в 2017 году было профинансировано проведение выездных конференций практически по всей территории Николаевской области, где предпринимателям рассказывали о этих программах, где выступали как наши специалисты, так и сотрудники областной администрации, департамента экономики области, выступали банкиры, и мы объясняли, как эта программа реально работает.
И когда в сентябре был сформирован первый пакет документов, он был совсем небольшой, он состоял из 8 предприятий, которые получили компенсацию, а уже в ноябре было еще 21 предприятие. То есть действительно, когда предприниматели увидели, что эта программа работает, более того, когда они увидели, что в этой программе полностью отсутствует коррупция, представьте себе. А вы на этом просвечивались? Да, потому что не было ни одного заказа. Никто никогда не приходил и договаривался. Дело в том, что я как раз являюсь секретарем этой комиссии, поэтому все документы собираем именно, и я подписываю документы на компенсацию. Вы думаете, домовляться, чтобы самое конкретное предприятие отримало пильги? Да, потому что первый вопрос, который задавали предприниматели, которые в разных системах, значит, государственных получали компенсации и по виноградарству, и по садоводчеству и по еще другим каким-то программам. Здесь нету ни откатов, ничего. То есть, и этим можно реально гордиться. Поэтому на 2018 год по инициативе областной администрации депутаты увеличили эту программу как минимум в 2 раза. И не сказали о том, что это лимит. Вы вырабатываете этот объем. И вот сейчас вот действительно мы в марте стартуем, у нас в апреле будет уже первая комиссия, и мы, пользуясь в том числе возможностью областного телевидения, призываем предприятия и предпринимателей Николаевской области обращаться к нам, получать разъяснения по программе компенсации процентов по деловым кредитам. Мы с удовольствием будем работать, потому что это действительно позволяет вам образовывать новые рабочие места и создавать вашу продукцию. 112 рабочих мест, это зафиксировано официально, трудоустроено. По этой программе компенсации образовано 112 новых рабочих мест. То есть 29 предприятий, причем самые разные направления. Это и сельское хозяйство. Я думаю, що хотів уточнити про профіль підприємства. Спочатку просто риторичне таке питання. Ви кажете, що вперше таке і вперше без відкатів. Тобто, в принципі, ми розуміємо, як воно було раніше все, на жаль. За профілем, це виробничі підприємства чи торгові, яких більше? Ми ж розуміємо, в принципі, що бажано, щоб виробництво розвивалося. Совершенно вірно. Більшість підприємств сільськогосподарського призначення. То есть предприятия, которые покупали трактора, комбайны, технику. На втором месте это предприятия, перерабатывающие и производственные. То есть производство. Это и производство металлопластиковых окон, это и производство мебели и так далее. Потом идет торговля. Да, причем в этой торговле как обыкновенная торговля продуктами питания и бытовой техникой, так и аптечная торговля. То есть предприятия, которые на самом-то деле действительно охватывают весь спектр возможной нашей экономики Николаевской области. Всего 29. З якогось району чи населеного пункту більше взагалі за ступенем активності? Нет. Ну, понимаете, мы-то объездили всю область. Поэтому, само собой разумеется, все, кто хотели узнать, узнали. Кроме того, существует сарафанная реклама, то есть ее никто не отменял. И первые же предприниматели из вот этой первой группы, которые в сентябре получили компенсацию, они достаточно быстро начали об этом рассказывать другим. Об этом узнали банки, начали рассказывать своим клиентам. Поэтому нет какого-то региона или нет какой-то отрасли. Да, документов всего было принято 34-35 комплектов, 29 было... прошли вот этот конкурс. Основное условие в этом конкурсе – это действительно создание рабочих мест. То есть, конечно же, мы обращаем внимание на инновационность, мы обращаем внимание на энергетическую составляющую, мы обращаем внимание на социальную составляющую в бизнес-плане этого предприятия. Но создание рабочих мест в приоритете и в приоритете на 2018 год точно так же. Поэтому вот если представлять себе, что такими же темпами мы будем работать и в 2018 году, то я подозреваю, что не менее будет 50 предприятий, и соответствующим образом можно представить себе вот это. В 2018 году? Да. Плюс. То есть это минус, это не минус, это минимум, это тот минимум, на который мы рассчитываем. Ну, рассчитываем, что будет все-таки больше. Ну, приклад він така штука. Може допомогти. Я нагадую нашим глядачам, що ми готові приймати ваші дзвіночки. Із запитаннями, побажаннями часу вже менше, ніж було, майте на увазі.
Сума, яка виділена на погашення оцих частково відсотків кредитних, вона була визначена від початку чи коригувалася в процесі? І на наступний рік вона так само буде передбачатися чи... На 2017 год она была выделена фиксированно, это была сумма 2 миллиона гривен, а на 2018 год ну, по инициативе губернатора цифра 4 миллиона плюс. То есть это тот минимум, который, на который мы можем рассчитывать. Значит, плюс говорится о том, что если нам будет не хватать, то областной совет будет рассматривать вопрос о увеличении этой суммы. Ну и обращаю ваше внимание, что много наделало шума информация о том, что Национальный банк изменяет условия рефинансирования, и исходя из этого будут повышаться ставки на кредитование. Да, мы будем иметь это повышение ставки. Я подозреваю, что банки увеличат ставки на кредитование буквально на 1-2%, вряд ли это произойдет больше, но компенсировать мы все равно будем вот в пределах наших допусков, поэтому в любом случае это будет самая низкая процентная ставка, которая являлась в Украине вообще когда-либо в истории. То есть, может быть, не 11, может, это будет 11,5, 12. Давайте вот пройдем этот год, потому что прогноз это интересная, но не всегда благодарная вещь. Оце, мабуть, якщо не основне, то одне з кількох основних питань проблемних саме для розвитку підприємництва, бізнесу взагалі українського. Якби у нас, як в Європі, під 2% давали? А де ви бачили, що в Європі давали під 2%? Спрашивали специально, ездили, задавали вопросы. Ведь большое количество наших предпринимателей работает в Европе. Хорошо это или плохо, но это факт. То есть на самом-то деле фактически банки ниже, чем под 4,5-5%. Никто об этом не знает, что не слышал, не рассказывал, что можно брать ниже. Естественно, предприятия с большой кредитной историей, с полноценным большим объемом залогов, значит, они могут о чем-то торговать. Но малый и средний бизнес, он находится на уровне 4,5% и выше. Поэтому, само собой, разумеется, когда вот мы спрашивали у наших коллег в Польше, в Венгрии, в Болгарии, они говорят, 5,5-6% – это абсолютно нормальная ставка. То есть, смотрите, мы уже практически приближаемся, ведь то же в евро, а это в гривне. Опять-таки, девальвация немножко… Если валюту зарабатываешь. Ну, мы не компенсируем валютные кредиты, поэтому те, кто обращаются, это, естественно, предприятия. Если предприятие зарабатывает в валюте, то те, зрозуміло, им девальвація может быть трошки вигідна. Щоб трошки урізноманітнити розмову, я зараз запропоную відеосюжет, котрий днями підготували наші колеги з редакції новин, привести у відповідність регуляторні акти і дати працювати бізнесу на місцях. Це головні пункти звернення миколаївських підприємців до президента та прем'єр-міністра України. Документ підписали представники 4 громадських рад підприємців. І це перше, кажуть, подібне звернення в Україні. Підприємці просять лише одного, аби органи влади на місцях не перешкоджали їм розвивати свій бізнес, щоб реформування регуляторної сфери розпочалось і в регіонах. Бізнес в регіонах не відчуває конкретних змін. І так як ми люди достатньо давно працюємо тут і представляємо різний бізнес, ми говорили, що справа в тому, що яка б політика держави не проводилась, якщо в результаті її не відчуває конкретно кожен підприємець в Україні, то ми будемо говорити, що вона неефективна. Для цього, за словами самих бізнесменів, потрібен постійний діалог між владою та підприємцями. На сьогодні реформування в регуляторній сфері – це копітка робота зі зміни тисяч регуляторних актів, яку державні органи влади фактично не виконують. Считаю, что как раз министерства должны показывать бизнесу четкий пример исполнения законов, потому что от бизнеса требовать, что вы же будьте законопослушны, все делайте как нужно, все готовы. Самі при цьому не готові виконувати навіть свої повноваження. Ситуація з ускладненням оформлення пакетів документів для ведення бізнесу, на думку підприємців, відлякує внутрішнього інвестора. Тоді як в інших країнах саме він відіграє важливу роль в розвитку економіки. Миколаїв, Україна, в тому числі, сьогодні крайне непривлекательна для ведення бізнесу. Інвестиційний клімат у нас негативний. По цій причині внутрішній інвестор не хоче участвувати в фінансуванні підприємництва. Свою роль відіграло і висловлення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо перевірок бізнесу без будь-яких обмежень.
Это говорит о несистемности государственной политики. То есть, когда мы принимаем хорошие какие-то решения, тоже мы бизнес убеждаем, и тут мы создаем проблемные какие-то. Ну, то есть, пришел кто-то, уговорила эта служба, они это пытаются принимать. То есть, ну, не бывает так. Везде, во всех странах, которых мы во многих странах это изучали, развитие бизнеса – это национальная идея. Это классический пример ведомственного лоббизма. То есть, когда служба, которая в показателе работы которой является как бы борьба с безработицей, ну как будем бороться? Ну вот будем проверять. Да создайте условия, чтобы больше создавалось бизнеса, о чем мы говорим. Тогда... Вместо того, чтобы стимулировать экономику, создавать факторы, которые позволяли бы проще открывать рабочие места. Звернення підписали. Його буде надіслано на адміністрацію президента України та Кабінету міністрів. Ви дивитесь тему дня. Дивна якась суперечність тут виникає. З одного боку, у нас так все класно почалося з 17-го року, з іншого боку, скаржаться підприємці. Так це тільки начало. На самом-то деле, вот коллеги писали это обращение еще до того, как отменили мораторий на проверки целого пакета государственных учреждений, начиная от фискальной службы, службы санитарного контроля, санэпидемстанции, продолжая там и в том числе комиссия по ценным бумагам, но и такими важными, ну, как гослекарства и прочим. То есть вот на сегодняшний день они уже имеют право идти на проверки. И в этой ситуации, конечно же, ну, с одной стороны, есть вот, вот эти показатели, и они только первичные. В 2018 году, я еще раз уверяю, они будут идти в гору. С другой стороны, вот есть такая позиция. Правильно говорят коллеги, что это демонстрирует несистемность в кабинете министров. Но вот давайте будем называть все своими именами. Когда мы садимся в маршрутку, мы хотим, чтобы водитель не был пьяный, и резина не была лысая, летняя, когда едет по сегодняшнему зимнему Николаю. Мы хотим, чтобы наших детей нормально кормили в школьных, в учебных заведениях, а не чем попало и протухшими какими-то продуктами. Мы хотим, чтобы в магазин, когда мы приходим, мы покупали продукты питания, которые имеют определенную свежесть и не были они перебитые. В конечном итоге мы вынуждены обращаться в аптеки, но, увы, мы знаем, что почти что там треть, а то и больше продуктов, которые там продаются, это фальсификат. То есть нам это все не нравится. Вместе с тем мы говорим, нам не надо никакие проверки. Я приведу только вот один такой статистический факт, что действительно реальная победа была здравого смысла – ликвидация госавтоинспекции. Вертикально интегрированная структура абсолютных поборов, когда самый простой инспектор, значит, должен собирать дань и отдается наверх на Киев. Но полная ликвидация госавтоинспекции привела к тому, что мы сегодня имеем плюс 35-40% ДТП по сравнению с тем периодом, когда неэффективная, коррумпированная, но все-таки госавтоинспекция пугала людей на дороге. Только своей присутностью. Так? Да, с тем, Ведь что надо... эффективности потому что люди не хотели бы, люди боялись платить деньги, поэтому они меньше пили за рулем, они меньше ехали на красный свет, они меньше нарушали скоростной режим. А сегодня вот так называемая демократическая безнаказанность, контролирующего органа нет, привела к таким очень страшным цифрам. Так это то, что лежит на поверхности, понимаете? Поэтому я считаю, что проверки нужны, они полезны. Другое дело, что они должны быть конструктивны. И здесь действительно надо говорить о том, что, с одной стороны, предприниматели должны бороться за свои права и отстаивать то, чтобы проверки, если они и были, то они должны носить позитивный характер, то есть они должны быть предупредительные, они должны быть просветительные на начальном этапе, а только потом уже можно штрафовать, наверное. Ну, мабуть, головне – передбачити обов'язково перевіряючих, тих, хто перевіряє. Совершенно верно, да. Структура, яка буде додатково їх перевіряти. І це дійсно общественні комітети, які можуть перевіряти цих перевіряючих. Я скажу, що ще в минулі роки активно працювали над перевіркою перевіряючих профсоюз ніколаївських підприємців.
который всем своим членам однозначно раздавал инструкции о том, как не бороться с проверяющими, как делать так, чтобы проверки были действительно носили законы. Юристы выезжали на места, и эта практика, наверное, сейчас будет продолжаться. Это просто юридический ликнеп своего рода. Да, то есть знать свои права. По большому счету, вот есть же и так называемые ляпы, когда вот в Еланце несколько лет назад, еще когда была служба пожарная, так она и называлась, значит, они потребовали от одного из предпринимателей, который имел вот подобного размера зал ритуальный, где были и свадьбы, и похороны, сказал, значит, в этом зале должна быть установлена система аварийного пожаротушения. В Николаевской области нигде такой системы не было. Но и он был вынужден закрыться, потому что это просто стоит сумасшедших денег, для Иланца особенно. То есть это нонсенс. Да? По сути дела, это была попытка предъявить ему ультиматум и расчет на то, что он что-то достанет из кармана. Напоминаюсь, рік чи два тому вы під час засідання підприємців з контролюючими органами в малій залі обласної адміністрації державної так само сказали, що це приміщення мало б бути, чи його власник мало б бути оштрафований, тому що там немає такої системи. Совершенно верно. Поэтому вот эти перегибы, то есть контроль должен быть конструктивным, и он не должен нести абсурд. Поэтому совершенно правы ребята, которые подписывали вот эти воззвания по изменению регуляторных актов. Мы должны действительно здраво к этому подходить. И тогда будет и так называемый иностранный инвестор, и внутренний инвестор будет, потому что они будут видеть, что на самом-то деле здесь нет театра абсурда. Ну, я вижу, что мы идем в правильном пути, только надо действительно более цивилизованно к этому вопросу подходить. И кричать о том, что сейчас все пропало из-за того, что пройдут проверки, нет. Просто сейчас надо действительно правильно к этому подойти. И готовиться, и смотреть, потому что мы с вами потребители. Мы с вами видим, на какой уровень потребления тех или товаров мы вышли. Потому что конкуренция – это шикарный, стимул и шикарная система для того, чтобы лучшие выживали. Но в той ситуации, когда у нас падает покупательная способность нашего населения, конкуренция срабатывает злую шутку. Предприниматель пытается сделать услугу как можно дешевле, товар еще более дешевый. И зачастую ему приходит менять качественный товар на некачественный. Качественный готовый материал, сырье меняется на совсем другой. Вот здесь приходится, наверное, вводить систему правильных, разумных и адекватных проверок. Ми торкнулися, вірніше, згадали банківську систему європейську, а перевірки, ви, напевно, в курсі, як у них це відбувається, і скільки там контролюючих органів, і чи мають вони такі повноваження? Ви знаєте, огромне кількість перевіряючих органів в Європі. Друге діло, що вони практично всі носять характер предупредительний. Тобто, рекомендательний. И штрафы происходят только тогда, когда предприниматель не выполняет рекомендации, не выполняет распоряжения. Это мы знаем не понаслышке, потому что действительно общаемся с большим количеством наших предпринимателей, которые работают в Европе. То есть да, в первый же раз поймать – это не задача тех контролирующих и проверяющих органов, которые работают в Европейском Союзе. Поэтому, коль мы уже идем в европейское сообщество, мы должны и эту программу по проверкам, приводить к подобному же знаменателю. Потому что если возвращаться, не дай бог, к тому, что было при злочинной Владе, то опять-таки будет выстроена просто вертикаль поборов от самого младшего инспектора до верховного начальника, который будет ждать ежемесячный там чемодан с деньгами. Но не за это мы боролись. Перемога саме миколаївського проєкту так званого Рінного хабу – це теж результат 2017 року? Даже раньше. Розкажіть трошки про це. Регіональний інноваційний, так? Да, регіональний інноваційний хаб. Конечно же, сама по себе идея стыковки науки. Я перепрошую, ви тільки почали, а у нас дзвіночок нарешті з'явився. Послухаємо глядача, щоб його не чекав. Будь ласка, слухаємо. Добрий вечір. Я житель міста Миколаєва. Я, звісно, за перевірки. Тому що, коли приходиш на базар, продають от м'ясо. Лазить літом здорова велика муха, говориш продавцю, ви хоча б прикрили його. Я говорю, я сам врач. Да пошел ты, на три веселых буквы тебя посылают. Я тебя не боюсь. И никого не боюсь. Еще у меня такой вопросик. Владеете ли вы цифрами, сколько приблизительно за последние три года
меньше предпринимателей. Ну, как говорится, ушли в тень. Дякую. У нас положительная динамика роста предпринимателей. Статистика показывает, что она однозначно положительная. То есть мы имеем плюс. Это враховуючи так званых сплячих, тих, котрі були зареєстровані, а не діяли. Просто увеличивается количество людей, которые вообще занимаются бизнесом. На самом-то деле теневая экономика, она присутствует, и вот мы, выезжая в районы в этом году, вели самостоятельную статистику, то есть беседу с предпринимателями, видели, что она там выше, чем 50-60%. Но вместе с тем количество новооткрытых предпринимателей, оно демонстрирует положительную динамику. Так что мы имеем реальный рост, вот цифры, в том числе, по-моему, были отражены в докладе губернатора, они там такие вот. Угу. Ви почали розповідати про регіональний інноваційний хаб. Будь ласка, у нас 5 хвилин. Ученые, изобретатели, рационализаторы, инициативная молодежь, те предприниматели, которые что-то придумали, действительно инновационное, что-то новое, то, что востребовано не только в Украине, но и прежде всего за рубежом, потому что весь мир – это 7 с лишним миллиардов жителей, и мы зачастую даже не можем представить себе те потребности, которые присутствуют во всем мире. Вот эти люди не всегда могут, или чаще всего не могут даже найти себя, потому что они не знают, как выйти на этот рынок. Региональный инновационный... Может, кто-то даже не догадывается, что он придумал что-то действительно корыстное. Безусловно, да. Работа регионального инновационного хаба заключается в том, чтобы совмещать науку с бизнесом. То есть самое лучшее, самое перспективное, что есть в научной сфере. Причем это не только ученые, которые реально находятся в институтах, это и самоучки, это изобретатели, это человек, который имеет инновационный способ мышления, креативный определенный подход в своем мозгу. То есть эти люди наши, они будут приходить в региональный инновационный хаб, они будут получать возможность реализовать свои идеи. Доводить их до того, чтобы было не только какая-то бумага, там, бизнес-план, технико-экономическое обоснование, инвестиционный паспорт, фокус-группа, которая прокачает эту идею, но выводить его на площадку стартапов, биржа стартапов. Она работает по всей Украине, и теперь она будет работать и в Николаеве. И работа на международных рынках по привлечению так называемого международного народного инвестирования, на площадках краудфандинга и на площадках, которые позволяют при использовании технологии блокчейн делать ICO, то есть первичное размещение токенов так называемых, то есть акции, облигации вот этих вот проектов. Ну, может быть, я сказал как-то слишком заумно, и, к сожалению, может быть, не все понимают вот то, о чем мы сейчас говорим. Но каждый сегодня человек, который пользуется интернетом, который хочет действительно достичь соответствующих результатов, не торгуя, вот как правильно говорил звонящий, на рынке там, какими-то продуктами, а выходя на международное пространство, Ринохаб ему в этом реально поможет. И опять-таки, проект подавался в составе пакета проектов от Николаевской области на комиссию Минрегион развития. И вот этот проект выиграл. И я четко знаю, что руководство области внимательно следило за работой комиссий, которые занимались проверкой этих документов. Поэтому для нашей области это действительно замечательно, что наш проект один из 24 в Украине, который выиграл этот грант, это грант европейского сообщества. И кроме того, это, что самое замечательное, что это в рейтинге среди инновационных проектов, это вот проект, который занял первое место. Поэтому есть чем гордиться. И вот представить себе, что на платформе компенсации процентов по кредитам, о которой мы с вами говорили, на платформе консультационного центра Европейского банка реконструкции и развития, это, наверное, мы как-то эту тему затронем в следующий раз, потому что сегодня не успеваем, будет еще вот эта настройка в лице регионального инновационного хаба. Я подозреваю, что пройдет каких-то там 1,5-2 года, и мы увидим первые полноценные ростки инновационного, креативного, экспортно-ориентированного продукта, который вот сейчас вроде бы лежит и законсервирован. Цей Рінохаб, у нас хвилинка буквально залишилась. Якось розроблені, продумані етапи його створення? Совершенно верно. То есть есть последовательность действий, есть четкие... Основні етапи.
Ну, начинается с того, что создается неформальное объединение всех ученых, институтов, конструкторских центров, изобретательных организаций, то есть те, кто будут составлять, скажем так, инновационную платформу для этого процесса. Дальше на базе университета это будет Морской университет, наш кораблестроительный имени Макарова, будет открываться бизнес-инкубатор, креативная лаборатория. И вот там уже начинается первый варится котел будет, именно вот на основании всего этого. Это произойдет уже вот в этом году. Чудово. Значить, дата все ж таки. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Тем ще багато будемо бачитись. Ну і дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі. На все добре.